привет. На мне норковая шуба белого цвета, длина 90 сантиметров. У этой шубки легкий оттенок пудры, то есть совсем такой вот он для красоты. Мех очень красиво играет вот за счет этого легкого оттеночка розового цвета. Шуба трансформер. Хоп. Рукав отстегивается на 3/4. На рукавах есть вот такая вот затяжка, которая позволяет вам затянуть его, и чтобы туда не поддувало. То есть очень удобно. Также вот такой вот красивый, достаточно глубокий капюшон. Его можно носить как монашка. Также можно загнуть. Будет очень красиво смотреться. Носить с отворотом. На капюшоне есть крючок. Можно его расстегнуть. Он будет как отложной воротничок смотреться. Застежка. Первая — это пуговица на резиночке. И застежка крючки. Крючки очень удобно застегиваются прямо до самого низа. Крючки металлические, фурнитура очень хорошая, качественная. Внутри шубка выполнена таким вот образом. Все, фабричная строчка, все очень здорово сделано, внутренние кармашки. Также есть кулиска. Вот здесь даже есть такая петелька, куда вы можете заправить кулиску, она никуда не денется. Сейчас мы немножечко шубу приталим, и я вам покажу, как она смотрится сзади. Также она отстегивается снизу, вы можете из этой шубки сделать автоледи. Очень удобно и легко. Смотрите, какой шикарный мех. И вот так же легко застегнуть можно назад. Шубка эта из импортного меха. Она увесистая, прям такая тяжеленькая. Очень приятный внутренний карман бархатный. Заказывайте.